One Show KZ. Просто первые. Ребят, привет! Посмотрите, как он аплодирует! Уступаю сцену вам! Ну что ж, Харилкеш, Курмин Ханмдар, Мин Мирзалар, Басызерды, Харсалхан Рамазхан, Вельти, Кванаштымыз. Обычно более бурные аплодисменты после этого случая. Добрый день всем! Всем, дорогие друзья, помимо того, что мы работаем на радио, мы на самом деле не совсем дуэт, а, наверное, больше даже трио, потому что мы работаем с диджеем Нурланом Абдрахимовым. Его отдельные аплодисменты, которые каждое утро готовят абсолютно эксклюзивные сеты только для вашего хорошего и качественного пробуждения. Давайте немного поаплодируем еще раз. Добрый вечер! Вы знаете, помимо того, что мы работаем на радио, являемся еще и шоуменом, и мы прекрасно поем, мы даже можем станцевать. И прямо сейчас, перед тем, как мы начнем нашу программу, хотелось бы представить вам прекраснейшую леди. Жансхол такую. Прекраснейшая. Марал Ками. Спасибо. Под ваши аплодисменты! Года занимаемся одним проектом, Харилла Танцем. Буквально после того, как полгода прошло, как мы вместе работаем, я действительно влюбился в эту женщину. Лёша, нет, так не пойдет. Вставай. Ну, нет, зачем я серьезно, нет. Марал, на самом деле. Сейчас при всех. Буквально год назад я еще хотел это сделать, но, тем не менее, нам не получилось поучаствовать на прошлой выставке. Свадьба до свадьбы. Я сейчас на самом деле волнуюсь. Нет, подожди, нет. Лёш, ты вот знаешь, какой я семьи, ты знаешь мою маму. Надо сначала моей маме позвонить. Подожди, так не пойдет вообще. Что, у меня руки дрожат, представляете? Так, подожди, мам, алло, подожди, секундочку, подожди, я сейчас 5 секунд скажу. Мама, мне сделали предложение руки и сердца прямо на свадебной выставке. Алло, мам? Ой, Вань, да он орудит. Наконец-то. И кто этот несчастный? Ну, мам, что ты... Квартира с барма? Мачна с барма? Шенкенские меспа? Да нет, нормальный, северный. Мама, ну что ты прям... Абжалай, как зовут? Ну, Алике друзья называют. О, калай тамаша. Алихамба? Али, Альбекпе? Калай. Ну, вообще-то... Его зовут Алексей. Кореец, что ли? Собак на свадьбе есть не будем? Мам, какие собаки? А что ты говоришь? Конечно нет, ну что ты прям? Ну что, я не знаю. Ой, вай, минаус. Казах емес па? Ну, мам. Не был дендер. Жит не айтады. Ну, он же не халяльный, доча, не халяльный. Мама, не знает ни традиций. Мясо хотя бы есть, доча? Ну, конечно, есть, он мужчина, мам. Ну что, на северный тем более, северянин. Уф. Ну и новость. Давай сделаем так. Как? Ты давай его брыншнет, проверь, нормальный хазах булама. Мама, он русский. Традиции наши знает, не знает, чтоб завтра не стыдно было. Хорошо. Дурспа? Хорошо. Так, ну все.
Ну, в принципе, ты слышал, мне кажется, и все слышали. Да, я абсолютно слышал. Леша, придется слышу. Тебе, буквально через 5 минут я подойду. Так, давай. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, вы знаете, мне очень нужна эта женщина. Я думаю, что вы меня поддержите. Я как бы не особо знаю казахские традиции, но я думаю, что вы мне поможете. Это так? Поможете немного? Давайте громче, да, немного поаплодируем, я волнуюсь очень. Сейчас меня будут проверять. Марал, все, мы договорились, я готов. Я, в принципе, готов. Я тоже готова. Сейчас вот попросила я мальчиков. На экране появятся картинки. По картинкам ты должен будешь узнать или догадаться, что это за традиция казахская. Вот и все. Вот и все. Фух, ну хорошо, все, я готов. Итак, давай. Я немножко переживаю даже. Да, я сам как переживаю, это ничего себе. Я вообще к этому не готов был. Я думал, ну как бы да, услышать, все, пойдем там поженимся, все хорошо будет. Итак, внимание, смотрим на экран. Помогаем Алексею. Так, конь, ну, конь, что поцелуй, это? Что это? Помогите, что? Ну, что это такое? Что? Крыску, крыску, верно, отлично. Это крыску. Верно, правильно? Верно! Давайте поаплодируем. Ну, с подсказками, конечно, Алексей. Ну, ты сам сможешь? Ну, я знаю же, что люди помогут. Они всегда помогают. Хорошо, давай, давай еще. Давайте. Так, AirPods, ах, татешки. Что это? Помогите. Татешки, что это? Залезьте. Повесьте, сережки, смотри. Это Сабрасову. Сабрасову, правильно? Есть. Хорошо, давайте. Хорошо. Неплохо идем, давай дальше. Блин. Ну кто думает? Что Алексей, такое? Есть какие-нибудь догадки? Что? Смотрите, большая сумка китайская. Уехать куда-то надо, значит? Нет? Ломбард, ну, обычно, давай, когда деньги думай. Нужны. И это деньги здорово стоит, зарабатывает, да, тоже? Что если это? У кого-то есть подсказка, можете поднять руку вверх и... Колдашоу. Колдашоу. Мне кажется, чуть-чуть другое. Мне кажется, приданное, как казахша. Может быть, это Халым? Что? Халым? Мне кажется, это Халым, да! Ваши аплодисменты! Ваши аплодисменты, хорошо! Ты ломбард уже Халым отрядишь! Сыгаемся далее! О боже, это что такое? Это нормальная казахская картинка, ну что ты! Когда обычно заходишь вот в дом, вот у нас тоже такая будет картина, поверь, не боян что? Будет и добра будет! Кудалах! Говорят, кудалах! Ну? Беташар! Беташар! Беташар, нет, там же добра, там беташарист же должен быть, нет? Ну хорошо, не буду тебя сильно мучить, кудалка. Это кудалка? Спасибо, спасибо. У нас все получается. Дорогие друзья, давайте немножко побыстрее, поинтереснее, вернее, поаплодируем ему Алексею. Ему немножечко сейчас некомфортно. Я переживаю. Вот, помогайте, давайте помогать, все вместе. Итак, дальше. Давай дальше. Ну-ка, о, Алексей, что это такое? Это скажи что мне, такое? Пожалуйста. Так, обжол, без 15-12. Без 15-12 провожают невесту, да, что это? Кузлату, есть! Да, точно, правильно. Точно. Можно хорошо, поаплодировать, правильно. Здорово получается. Все хорошо. Ну хорошо, идешь вроде, Алексей. Давай следующую картинку. Давай. А, ну это я знаю, конечно, приспокойно. Вот это беташар есть. Это беташар. Стопудово беташар. Беташар, молодец. Есть. Хорошо, давай еще. Итак, следующая картинка. Черт возьми. А можно, подожди, Леша, можно я задам сейчас вот вопрос всем здесь сидящим мужчинам? Что же это может быть? Арифлейм. Саразалу? Арифлейм? Картанашхару это называется дело. Правильно? Как ты думаешь? Я ничего не знаю вообще про вот это вот все. Не знаю. А как называется Картанашхару? Казахстан. Как? Слышал? Нет. Правильно! Шинехана! Вот, точно! Это же, когда 40 дней ребенку исполняется, приносите памперсы, еще памперсы, потом еще памперсы и еще подгузников чуть-чуть. Да? Отлично. Следующая есть. Картинка. Давай. Ага, символ. Меня немножко африканцы, конечно, смущают, но, в принципе, мы в Казахстане здесь нормально с этим. Слушай, так, маленький, выносят на троне, потом он ленточку. Ага. Это совсем. Молодец. Отлично. Хорошо. Молодец. Двигаемся. Ну, давай дальше. Ага. Вот ага. Здесь вот призадумались мужчины, наверное, да? Так. Ну, давай, нет, подожди. Длинная папина рубаха, да? Да. Угу. Тазик, чтобы полы помыть, а потом за это денежки дают. Хорошо. Ну, казахам так заведено. Это, знаешь, по-нашему я не буду выражаться, но это однозначно сундеттой. Конечно. Однозначно.
Слушай, я думаю, что достаточно, и я напроверялся уже. Ну, мне тоже кажется, что ты молодец. Но, Алексей, я, в принципе, так подумала, ну, в принципе, я согласна. Я согласна, но у меня есть условия. Мама мне всегда говорила, вот так вот только делаю. Значит так, значит всем моим родственникам по золоту, прям сережки нормально, чтобы упаковано по килограммчику нормально будет идут. Потом папе нужно будет крузак купить обязательно, какой-нибудь последний. Вот, а маме путевку на Мальдивы. Слушай, Марал, подожди. Давай договоримся так, да? Если мы решили образовать семью, то в нашей семье главным буду я, хорошо? Наивный. Мой милый Алексей, в казахских семьях глава семьи Енешка. Уважаемые дамы и господа, на самом деле я просто переполнен чувствами к этой леди. Давайте ей немножечко поаплодируем, она сказала да. Спасибо огромное. Мы знаем, что свадьба – это очень затратное мероприятие. Очень много денег, нервов, энергии уходит на все это. Мы ведущие. Мы таким образом зарабатываем на свою свадьбу. Закажите нас на свой той! Помогите нам пожениться! Спасибо, дорогие друзья, огромное! Это танцы шоу дуэт! Молодой Алексей Зыкин, диджей Нурлан Абдрахимов!